Торгово-развлекательные центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году. Об этом заявил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Я надеюсь, что работа нашей комиссии при Комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже весеннюю сессию. Уже будут соответствующие законодательные инициативы. Вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена», отметил Выборный. Зампред выразил уверенность, что торговые центры приступят к переносу кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи уже в этом году. Также Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39-й канал.